Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Это видео я решил спонтанно записать, потому что вчера от момента записи мне пришло сообщение от моей знакомой, ну, партнерши по поставкам, скажем там, приборов по воде. И вот она, Наталья, ее зовут, пишет мне в Skype. Юрий Андреевич, здравствуйте, я познакомилась с семьей, а они оказались вашими постоянными клиентами. Я попросила дать видеоотзыв. Вот записала для вас видео Валентина Маслова, город Темрюк, Краснодарский край. Я посмотрела это крошечное видео, сейчас я вам его поставлю. Я пишу, Наталья, а как вы познакомились? Случайно или по продукции какой? Она пишет, совершенно случайно познакомились, оказались соседями по квартирам в Турции. Они позвали в гости, и там я увидела вашу бутылочку, ну, Neopen, вот эту воду, персональный генератор водорода и свободных электронов с самыми высокими показателями в мире из всей водородной воды, да? Это я уж от себя, как вы поняли. Так вот, дальше письмо. Я сказала, что мы с вами очень хорошие партнеры, а они стали про ваши товары расхваливать, как они их любят и каждый месяц заказывают. Отзыв сказала, что можно использовать везде, поэтому я имею моральное право и использую. Вот еще про кокосовую сгущенку захотела она рассказать. Поэтому два маленьких кусочка, мы их склеим воедино. Итак, слушайте, смотрите. Валентина, расскажи, пожалуйста, как вообще ты узнала о продуктах Юрия Андреевича Фролова и чем они тебе нравятся? Я как-то увидела лекцию на Ютубе Юрия Андреевича вот об этом стаканчике. И как-то так я сразу прониклась, поверила, и мне захотелось ее иметь. Вот я ее заказала, получила. И где-то буквально через 2 месяца я замерила свой сахар и была в таком восторге, в таком недоумении. Я сама не верила, как бы и поверила, и в то же время, ну, не верила, что это может быть. У меня сахар повышенный был 6,1 уже давно, много лет. И вот как я попила 2 месяца эту водичку, у меня сахар стал 4,2, 4,5, да, вот так. Класс! Это просто вот чудо. Ну и после, и даже не дожидаясь этих 2 месяцев, я начала там другие продукты брать. Мне очень понравилась гранола. Угу. Это такая вкусная вещь. Ничего с ней сравниться не может, никакие другие гранолы, которые я брала в других магазинах и фирмах. Кокосовая сгущенка – это просто сказка. Супер. Конфеты все разные конфеты. Какие они вкусные. О, это просто отпад. Ой, как здорово. Большое спасибо, Юрий Андреевич, за вашу продукцию, за то, что вы так много рассказываете нам. Я после этого очень-очень много лекций ваших читаю. Я уже лечусь по вашим советам, антикандиду. Пью, антипаразитарку попила. Ну, в общем, надеюсь на еще другие улучшения. Очень здорово, спасибо большое. Хочу о кокосовой сгущенке рассказать поподробнее для людей, чтобы они поняли, и почему и зачем нужно ее брать. Во-первых, ну, то, что польза это однозначно. А второе, то, что вкус. Вот я до этого брала тоже кокосовую сгущенку, хорошую, дорогую, и очень вкусная она мне была. Но когда я открыла эту баночку от Юрия Андреевича и взяла в рот, начала пробовать, это просто несравнимо с той сгущенкой, которую я до этого пробовала. Хотя она была вкусная, вкусная, но это просто не сравнить по вкусу даже. Класс. Спасибо. А в завершение, что я хочу вам сказать, дорогие товарищи. Во-первых, те люди, кто заказывает нашу продукцию. Ну, многие пишут отзывы в 2 раздела на нашем сайте. Кто-то под роликами, кто-то на почту, в разные источники, в соцсети там. Поэтому трудно собрать воедино все отзывы, да и смысла нет, их очень много. Однако я оставлю вам, ну, тем, кому это интересно, почитать отзывы под этим видео хотя бы вот с нашего сайта. Но что касается моего такого обращения, я бы хотел попросить вас, уважаемые мои покупатели, кто может, не поленится оставить такие же примерно отзывы, ну, в видеоформате я имею в виду, о нашей продукции, пожалуйста, сделайте, пришлите мне ссылки на них
и мы их опубликуем с вашего согласия, конечно. Но для новых зрителей, кто захочет заказать разную нашу продукцию, продукты, приборы, различные иные товары, мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и страны мира. А теперь, пожалуйста, послушайте двухминутную рекламу, мою рекламу, не чужой продукции. И там есть очень важные акценты. А в конце, как заказать тем людям, кто проживает за границей? Ну, собственно говоря, вот и все. Такое получилось видео экспромтом, что называется, вот потому что получил я данное видеописьмо. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания. Ну, где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.